Всем привет, приветствую вас на YouTube-канале «Наследство монет». Рассмотрим серию выдающейся личности Украины, монеты Украины, с медно-никелевого сплава монета Василий Сухомлинский, номинал 2 гривны, 2003 года, описание и стоимость. Посвященная 85-летию со дня рождения украинского педагога, заслуженного учителя УССР, лауреата Государственной премии УССР Василия Александровича Сухомлинского, 28 сентября 1918 года, 2 сентября 1970 года. Автор многих научных трудов, книг, в том числе «Обратный апостроф. Сердце отдаю детям», «Обратный апостроф. Художественных произведений для детей». Он всю жизнь посвятил детям, 33 года проработав директором Павловской средней школы на Кировоградчине, воспитывая гражданское достоинство, веру в добрую основу в человеке, любовь к родной земле. На аверсе монеты изображена горизонтальная композиция, основой которой являются книги, труды Сухомлинского и дети, которые отдыхают и занимаются общественно полезным трудом. Вверху – малый государственный герб Украины, слева – надпись «Украина» и логотип монетного двора Национального банка Украины, в нижней части монетного поля – год чеканки монеты 2003 и обозначение номинала 2 гривны. На реверсе монеты изображен портрет Василия Сухомлинского, слева вертикально размещен ручку с пером и годы жизни 1918-1970, справа полукругом надпись «А. Сухомлинский». Рыночная цена на 22 июня 2020 года монеты – $8 США. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, дизлайки, жмите колокольчик и подписывайтесь на мой канал. Удачи всем!